Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Что вас ожидает еще? Мы подготовились, мы для вас приготовили необыкновенные предложение. Это дутики Саманта, дутики женские Саманта. У нас есть 4 цвета на выбор. Начинаем с самых светлых. Итак, у нас белый цвет, но самое главное, дутики, которые абсолютно не промокают. Мы их сейчас погрузим в воду и чуть позже произведем эксперимент с салфеткой, потому что проверим, я тебе докажу наглядно, что такие дутики не пропадают. Итак, мы видим первый цвет, который у нас есть. Это цвет белый. Представляешь, как приятно в таких дутиках девятой полноты ходить до минус 25 градусов, ведь у нас натуральная шерсть, как утеплитель, находится внутри. Необыкновенное предложение, цена всего 1999 рублей. Белые, далее, серый цвет, следующий, темно-синий, густой, насыщенный, красивый, и черный цвет. И вот о чем мы как раз хотим сказать, это теплые дутики. Вы посмотрите, что у нас внутри, толстый, теплый мех. Действительно, теплый мех. Это натуральная шерсть, Оля. Именно поэтому мы их носим до минус 25 градусов. Снаружи у нас водоотталкивающий материал. У нас уникальная подошва и вся конструкция, которые не позволяют воде просачиваться внутрь. Поэтому мы будем уверены, что ваши ножки останутся абсолютно сухими. Так вот, давай теперь я тебе покажу наглядно. Давай. Вот уже довольно-таки долго, между прочим. Слушай, ты видел, даже я уже переживаю. Внизу у нас стык под водой. А теперь давай проверим, что внутри. Ведь все-таки у нас зимой не только сугробы. Иногда хлябь, иногда мы проваливаемся в какие-то такие сугробчики уже влажные. А теперь давай, смотри. Давай я помогу развернуть. Смотрите. Салфетка сухая. То есть абсолютно ваши ноги останутся сухими даже после длительных прогулок. По разным совершенно погодным условиям вы уверены, что ваше здоровье сохранится. Слушай, вот это впечатляет. Дутики любят все. Вспомните, как мы мечтали с вами о дутиках. Я еще помню, когда я была небольшая, я училась в школе, когда достали. Вот моя мама доставала, действительно просила, переплачивала, в очередях стояли, и у меня были дутики. Я была самая модная в школе. И, конечно, такие дутики, они легкие, они комфортные, о них мы мечтали. Теперь у нас для вас есть размеры до 41-го, у нас увеличена девятая полнота. И даже если вы попадете в слякоть, вот эту в кашу, где снег, где вода, где грязь, не страшно, потому что дутики не промокают. Мы доказываем это в прямом эфире. Напомни, пожалуйста, как мы выбираем размер? А дутики Саманта мы выбираем по своему российскому размеру, точно размер в размер. Дальше, кстати, они подстраиваются. Мне очень нравится, Оль, что они подойдут даже на голень с увеличенной полнотой. Потому что, ну, согласись, все-таки девятая полнота – это хорошо. Это у нас все-таки полнота в районе ступни. Да. Но что у нас как раз именно в районе голени? Смотри, у нас молния. Да. Что у нас скрывается под молнией? Посмотри, клапан. Во-первых, ух как! Это ваша защита. Даже если вы гуляете с детьми и провалились в сугроб, внутрь влага от снега не попадет, потому что вот этот вот клапан водонепроницаемый защитит. Далее, если широкая голь, или если, знаешь, иногда теплые брюки хочется толстые внутрь заправить на прогулке с детьми, вот дополнительные 7 сантиметров, которые ожидают вас внутри. Итак, размеры до 41-го. Берите размер в размер. Здесь все предусмотрено, и у нас утепление внутри, и согреваемся до минус 25 градусов. Ну что, у нас увеличенная полнота в голени, и это очень, кстати, важно для многих. Так что поспешите, в магазинах такие дутики не представлены. Дутики Саманта, всего 1999 рублей цена. Ну что ж, а теперь по поводу вновь погодных перипетий. Часто бывает, то подморозило, то потом растаяло, каша. Ну а бывает, что у нас и грязь бывает на дорогах. Ну, российские дороги, чего сказать, все бывает, все по-разному. Скажи, если мы выбираем не серые дутики, а выбираем белые. Ну давай прям сразу к делу и проведем эксперимент. Давайте. Что у нас часто происходит на дорогах? Вот такая вот грязь. Ты знаешь, на самом деле, может растаять лужа, может у нас где-то образоваться просто какая-то грязь, где-то мы можем еще ходить случайно, в лесу, например, погулять пошли. Что происходит с белыми дутиками? Абсолютно ничего. Просто можно полить водичкой. К
кстати, они от воды еще и не промокают. То есть у нас еще и сухость внутри будет. Отлично, мы испытали на ваших глазах. Вы представляете, ну в каком магазине вам позволят обувь поливать грязью, а потом еще водой? Мы на Shop & Show тестируем в прямом эфире. Девятая полнота, увеличенная, теплые дутики, внутри утеплены мехом. И это еще и размерный ряд до 41-го. Берите размер в размер. Есть белый, есть серый, есть у нас цвет темно-синий и есть черный. Выбирайте по своему усмотрению, делайте заказ для себя и делайте в качестве подарка. Знаешь, я о чем подумала? Вот сухие ноги – это действительно забота о здоровье. А о ком мы больше всего переживаем? О детях и о родителях, маме и дочери. Согласна, но и себя нужно пожалеть, поэтому нужно брать как минимум 3 пары. А я теперь хочу показать, знаешь, что они действительно на любой объем голенища. Смотри, на 39-м размере делаю замер. Итак, у нас получается 42 сантиметра, но это без клапана. Посмотри, теперь я расстегиваю клапан. Давай я помогу. Натягиваю тебе. И давай теперь уже делаем полный замер. Еще раз повторяю, это 39 размер. С каждым размером плюс этот объем будет увеличиваться. 50 сантиметров. Вот это действительно супер, потому что 50? Это для самой нестандартной голени. А для тех, кто вот мамочки гуляют с колясками, гуляют с детьми, они надевают такие утепленные штанишки, знаешь, как вот для лыжных прогулок. Да. И даже их можно заправить в дутики. А наши любимые мамы, которые гуляют со своими любимыми питомцами, собачками, утепляйтесь, гуляйте с удовольствием и будьте уверены, вам будет тепло до минус 25. Это не просто дутики, это дутики увеличены 9 полноты, очень красивого дизайна. Давайте посмотрим с вами на рисунки. Напомню, что у нас дутики Саманта. Звоните. Ну что ж, флористика-то у нас остается в тренде, поэтому не изменяем модным тенденциям. Очень свежо всегда будут смотреться цветочные орнаменты, особенно в зимнем атмосфере. Освежают всегда наш образ. Ну и, конечно же, мы выглядим очень и очень яркими. Белые, очень яркие, кристальные. Есть у нас вариации серой, темно-синий и черные цвета, но каждая из этих моделей будет оживлена именно таким цветочным ярким принтом. Так, у меня вопрос по поводу того, что внутри нас согревает, что это у нас, это мех, это шерсть? 100% шерсть, абсолютно вот это, натуральная шерсть, минус 25 градусов, причем посмотри, верхний клапан у нас сделан из велюра, то есть сверху у нас идеальное прилегание, посадка, а дальше внутри теплая, 100% натуральная шубка для ваших ног. Посмотри, какой он глубокий, густой, да. Какой он густой. На самом деле такие дутики не только на носочек, вот их приятно даже надевать зимой на босую ножку. Представляешь, ланолин сразу начинает шерсть выделять. Опять же, благотворное влияние на суставы и на весь организм вот в целом. Вот как в валеночках будете чувствовать себя тепло, уютно, комфортно. Увеличена 9-я полнота. Полюбуйтесь на эти сапожки. Это сапожки Саманта. Вы посмотрите, сколько там натурального шерстяного меха. Ножки отдыхают как в тапочках, до минус 25 градусов. Так, у нас меховая стелька. Да, у нас стелька из шерсти, 100% натуральный. Стелька, которую можно снимать, если нужно, можно поменять. Просушить. Но на самом деле, посмотри, она у нас тоже абсолютно шерстяная и очень глубокий мех здесь, очень глубокий мех. То есть, надевая такие дутики, вы ощущаете сразу, знаете, как будто бы вы на подушечку свою ступню расположили. Это действительно очень приятно. Вот лично я люблю такие модели вообще на босую ногу надевать. Отлично. О, невероятное ощущение. Потрясающе, попробуйте. Ну и, конечно, на носочек можно надеть. Здесь 9-я полнота. Белые, серые, темно-синие, черные. Выбирайте свою расцветку. Возьмите несколько пар. Ведь это те дутики, которые, во-первых, модные, стильные, сезонные, теплые, актуальные, поэтому для мамы, для дочки, для внучки подойдут абсолютно для всех. И сегодня скидка 1600 рублей. Это абсолютная премьера за 1999.